Без любви к Богу никому не спастись. А любви к Богу у вас нет. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить того, которого никто не видал? Какими молитвами, усилиями вымолить у Него эту любовь? Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Приобретите прежде любовь к братьям. Но как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны. Как же сделать это? Теперь открывается этот путь. И этот путь есть сама Россия. К этой любви ведет нас теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которые виновны мы сами, никто из нас не почувствовал бы к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви. Но прямой любви еще не слышно ни в ком. И нет так же и у вас. Вы еще не любите Россию. Вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что и в ней не делается. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть будто они ей уже не нужны совсем. Напротив, только тогда во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогущая, что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей не в губернаторы, но последнее место возьмете, предпочитая на нем всей вашей нынешней праздной жизни. Нет, вы еще не любите Россию. А не полюбивши Россию, не полюбить вас своих братьев. А не полюбивши своих братьев, не возгорится вам любовью к Богу. А не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам.